Всем привет! С вами Ветальсон. Сегодня первый выезд Нивы. Первый долгожданный выезд. Машина простояла практически 2 месяца без движения, может быть даже и больше, потому что была на покраске. Вот мы наконец ее покрасили в цвет хаки. Гораздо интересный цвет получился по сравнению с тем, что было до этого, как я его слегка называл поносным, либо цветом детской неожиданности. Выехали первый раз. Интересно, как машина поедет на данных колесах по глубокому снегу, потому что на данных колесах мы еще ни разу не выезжали. Интересно, как покажет себя двигатель. Единственный минус того, что у нас сегодня случилось по пути на покатушку, у нас сломался в очередной раз датчик скорости, и, соответственно, машина на 4000 оборотах уходит в отсечку. Вот, двигатель не может раскрутиться на свои такие прям отличные обороты, где покажет максимум своих возможностей. Что хочется отметить, резину мы скачали перед 0,8, зад 0,6, стало ехать помягче, на пониженную едет в перекаточку по снегу. Вот, на данной покатушке было небольшой соревновательный момент, под названием «Царь горы, кто выше проедет». Тоже решили поучаствовать, попробовать, но из-за того, что машина уходит в отсечку, конечно, мы не смогли показать максимум того, что машина может сделать. Но, в принципе, заехали довольно-таки высоко, мало какие машины до туда добрались. Вот. Конечно, на зимней резине, я думаю, результат был бы гораздо интереснее, потому что все-таки зимняя резина, она по льду, по снегу гораздо лучше едет. Отдельно мы также решили себе сделать такую небольшую трассу рядом с этим подъемом. Вот, ехали мы на первой и второй пониженной, пытаясь пробить себе путь. Вот, в одном месте мы чуть ли там даже не перевернулись и не сдавили нашего оператора. Вот, слава богу, обошлось без жертв. Что еще добавить? В принципе, выезд интересный. Машину посмотрели, попробовали. Вроде бы ничего не сломалось. Но хотелось бы все-таки еще раз уточнить момент по поводу датчика. Он уже в 3-й или 4-й раз отваливается. Связываю я пока только с одной причиной. Это все началось происходить после того, как мы установили генератор от джипа Grand Cherokee на 180 ампер через 3-уровневое реле зажигания. Вот, надеюсь, все-таки электрик решит данный вопрос, и больше таких проблем у нас не будет. Ну а дальше смотрите. Всем приятного просмотра. А теперь валево. жжет, она что-то не едет так, как хотелось бы. Тут что-нибудь делаю, и забыл сказать что-нибудь. Снимаешь, нет? Вот, постараемся видео снимать почаще, хотя бы раз в неделю по возможности. Выкладывайте их на мой канал YouTube. Все подписывайтесь. Всем пока. Я думаю, будет интересно. Прям вообще тут можно это.